Да жарище жуткое. Да нет, по их меркам это еще ничего считается. Прохладно вроде как зима, а мы тут плавимся. А они в свитерах ходят местные, представляешь? Я никак привыкнуть не могу. Ну почему плохо-то? Нет, хорошо, бананы всякие на голову падают. Ну как, если сидишь под пальмой, то они и падают, а я как раз под пальмой сижу. А ты отсядь, чтоб тебе не жахнуло бананом по башке. А у нас зима, -12. Снегу намело, я по тебе так соскучилась уже. Спи тоже, спи. Наденька, ты думаешь, я не скучаю? Да я извела здесь совсем, на стенку скоро полезу. Дел никаких. Ну, пытаюсь только рисовать. Так, больше от скуки. Да ну ты что, пальцами дают пошевелить? Знаешь, сколько в доме слуг? Я их посчитать никак не могу. Ну а что делать? По статусу положено. Ой, видела бы ты меня сейчас. Ощущаю себя просто шамаханской царицей. Да ну что ты, тут с ума сойти можно, я же говорю тебе. Умру скоро от безделья. Ой, ну не умирай, пожалуйста. Ишь ты, слуги ее отдалили, а? Какая? Да нет, я так 2-3 слова выучила. Капхнкап. Вот. Нет, язык очень сложный, так что свой язык можно сломать. Дети как? Все здоровы, все хорошо. Ты давно к ним ездила? Ага. А скажи, а Костя как, привык? Нет, ну Миша, Маша, они уже взрослые, а он-то все-таки первоклашка. Да я знаю, что школа хорошая, но я-то волнуюсь. Надь, спасибо тебе. Я говорю, спасибо тебе большое. У тебя у самой хлопот своих полно, а ты еще к моим за город мотаешься. Оля! А? Я поехал. А, пока, Сереж, пока. Тебе от Сережи привет большой. Сереж, тебе от Нади привет. Ей тоже. Да ты что, о возвращении речи не может быть? Нет-нет-нет, ничего пока не известно. Но он очень много денег вложил в эту систему отелей на побережье. Ну, ты понимаешь, да? Так что пока ничего не известно. Не знаю, вот сейчас вот только на секунду забегала и опять уехала. Я его почти не вижу. Офис, плиз. Да и Димку тоже почти не вижу. Он все время на работе, а я одна дома. Ну, с Тошкой, конечно. А он там один. Не, ну он же мне запретил работать. Опять. Да я не тебе это, я с Димкой тут все воюю. Да. Ну ты же знаешь, какая в этом агентстве обстановка. Какая-какая. Тетки там разные. Ой, только не надо меня успокаивать. Ну что ты вот опять выдумываешь, Надь? Ну ты в своем репертуаре, а? Ну сколько можно? Скажи, он тебя любит, ты его любишь, у вас же все хорошо. Ну, ну правда. Ну все, прекрати мне морочить голову. Слушай, Петька, по-моему, проснулся. Давай, я тебя целую, Тошку целую, Димке привет, да? Все, пока. Пойдем кушать? Когда мужчина не дает мне денег, я вынуждена искать себе работу. Сана, я вернусь из Парижа, и тогда у меня будут деньги. Я только что заплатил за твою машину. Я потратил все. Не забывай, что я всего лишь служащий. Я не магнат. И сейчас у меня пустой бумажник. Это твои проблемы, Жан. Где ты нашла работу? У русских? Да. Русские выгодно отличаются от французов. У них всегда есть деньги. Запомни, Жан, любить красивых женщин с пустым бумажником долго не получится. Thank you.
Надо же, море рядом, а искупаться некогда. Ну и что тебя смущает? Вот эта опора меня смущает. А меня не смущает? Да. Расчеты верные, я сам все проверял. Давай бери это хозяйство. Когда у тебя самолет? Через 2 часа. Жалко. Хотел тебя к себе завести. Ну ладно, в следующий раз приедешь дней на 5. Я тебе все покажу. На 5 дней не получится. Стройком нельзя так надолго без присмотра оставлять. Ты же его без хозяйского глаза оставил. Мой глаз сейчас здесь нужнее. 80% всего, что у меня есть, в это строительство вложил. Да знаю. Ладно, не бурчи. Твой глаз не хуже моего. Или я не прав? Прав, прав. Ты когда сам-то в Москву уезжаешь? Ой, не знаю, не знаю. На дорожку? О. Ну? Давай. Да. Господин Баранов, господин Сунан просит напомнить вам о встрече. Черт, совсем забыл. Хорошо. Принимать, принимать. Сейчас багрим переводчика, еще по одной. Я тебя провожу, по дороге кое-что обсудим. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Оксана. Я ваш новый переводчик. Инвесторы. Представляешь, в гости напросились. Смешные они. Ну, ясно, ясно, все в порядке. Ладно, Мишка, прости, проводить не смогу. Ну, давай, пока. Давай, прилетишь, позвони, нашим привет. Пока. Оксана, паркуйтесь. Да, да. Приехали. Вот это мой дом. Проходите, господа. Оксана, у вас хорошая машина. Заходите, заходите, располагайтесь. Come in, please. Я сейчас приду. Проходите, проходите. Just a moment, please. Just a moment. Оля. Ой. А я гостей привез. Каких гостей? Ты что, с ума сошел? Я в таком виде. Ты что, Сереж, без предупреждения? Я прошу прощения. А? У вас такой большой дом, я заблудилась. А, ничего, я сам в нем блуждаю. Познакомься, это наш новый переводчик. Переводчица нашей Оксана. Фирмы. Оксана. Да, очень приятно. Да. Очень приятно. Да, кстати, хорошо знает город. Может быть, для тебя гидом. Ух ты. Не откажетесь? Нет, конечно, не откажусь. Мне здесь тоже не очень весело. Так, значит, протяните друг другу руки. Вот. А это вы рисуете? А... Оля. Художник. Но это слишком сильно сказано. Нет, я занимаюсь рекламой, занималась в Москве. А это так для себя. Вот. Да. По-моему, здорово. Вы очень добрые. Пойду переоденусь, извините, ладно? А кто шумит у нас в гостиной? Это инвесторы. Приготовься, они очень смешные. Я сейчас. Хорошо. А инвесторы действительно расшумелись. Да, надо успокоить их. Пойдемте. Mr. Barshev has a house in Moscow, and then he moved here for his job. Здрасте. Ну, почему ты так долго? Ну ты даешь. Разве можно так гостей привозить, если бы я голову мыла? Потом так нельзя, не предупреждать ничего. Мало ли что я могла делать. Ну что ты? Это нужные для бизнеса люди. Я их хотел в ресторан отвезти. Они говорят, мы хотим видеть, как живут русские в Таиланде. Покажите нам свой дом. Я тебе позвонить даже не успел. А ты у меня и с мокрой головой, красавица. Давай. Оля, мне надо поговорить, а ты хозяйничай. Давай, давай, конечно. Давай. Ага. Оксана, плиз. Не хотите? Sit down, please. Проходим, please. Ну как? Угощайтесь. Хотите что-нибудь у них спросить? Ну, о чем с ними разговаривать? Разве что об инвестициях. Ну, тогда давайте где-нибудь спрячемся. Ой, идея хорошая. А как же Сережа без вашей помощи? А Сергей Леонидович перешел на международный язык жестов.
Ему бы не помешали несколько уроков Лидл языка. Пожалуй, именно мне придется этим заняться, если вы не будете возражать. Нет, я не буду возражать, конечно. Пойдемте. Пробуйте, пробуйте. Я, честно говоря, не очень люблю такие визиты. Не любите гостей? Нет, гостей как раз очень люблю, а вот инвесторов не очень. А чем же вы себя здесь развлекаете? О, честно говоря, с этим беда. Умирают безделье. Языка не знаю. Знакомых нет. Занимаюсь сыном. У вас сын? У меня их четверо. Трое мальчиков и одна девочка. Они все здесь с вами? Да нет, здесь младший. Остальные в школе в Москве. Я очень скучаю по ним. А у вас дети есть? Нет. А вы, наверное, сюда по контракту приехали? Я приехала с другом. Он работает в местном представительстве Air France. Он француз. Но это длинная история. Я вам как-нибудь потом ее расскажу. Мы с вами посидим, поболтаем. Я знаю тут пару уютных местечек. Ой, слушайте, было бы замечательно. А когда? Давайте я вам позвоню. Договорились. Надевай ботиночек. Хорошо, Тошенька. Да, теперь шапочку. А вот может, так. Еще одну шапочку одеть? Да нет, Надежда Ивановна. Одной достаточно, уж вы мне поверьте. А теперь шарфик повяжем. Ну, я так просто спросила. Пока. Вот именно, что так просто. А с ребенком так просто нельзя. Уже опять представление будет. Наше отель настроено решительно. Да уж, бедный Дездемон. Слушай, может, отложим давай, обед? Давай, пошли посмотрим. Надюш, ну что? Как маленькая, ну я, господи, миленькая. Финиш. Финиш. Нам вчера продукцию новой парфюмерной фирмы приносили. Ну вот. Она от его рубашки унюхала. Все. Цену фонтана. Надюшка, успокойся, все хорошо, Лора. Домой. Вот дома и поговорим. Привет. Здравствуйте. Здрасте. Ну что, как у вас тут дела? Хорошо. А у вас? Лучше всех. Сын растет? Да, уже большой. А разговаривает? Еще как. На кого похож? На рекламу детского питания. Здрасте. Здрасте. А это кто? А это наш новый офис-менеджер. Нас тебя взяли. А ты не знала? Живой.
Хотел бы присмотреть здесь. Сюда, сюда. Ладьо. Ладьо, перец. Все в порядке. Ваш счет действительно оплачен. Так что не беспокойтесь. Срок аренды продлен. И еще 3 месяца вы можете ездить на этом автомобиле. Окей. Thank you. Благодарю вас. Bye. До свидания. Goodbye. Здравствуйте. Здравствуйте. Хозяйничаете? Да вот выбралась на рынок, ну хоть какое-то развлечение. Не самое лучшее. Ну нет, почему же, очень даже интересно. Тут столько диковинок. Вообще жутко, конечно, красиво. Здесь с этим все в порядке. И с красотой, и с жутью. А вы обещали мне позвонить. Вы не поверите, я как раз сегодня и собиралась это сделать. Ой, ну обманывать наверняка. Да нет. Ну хорошо, ваша взяла. Вру, замоталась. Ну ладно. Но я правда собиралась. Не сегодня. Ну как-нибудь, когда-нибудь, все ясно. Ох, какая вы. Прямо Эркюль Пуаро. Ничего не скроешь. Хотя мне и нечего скрывать. Да? Да. Оксан, скажите, а вы помните о нашем уговоре? Конечно, помню. Да. Давайте, знаете, когда? Завтра в 12. Давайте. У меня завтра почти свободный день. И мы встретимся, посидим где-нибудь с вами в уютном месте, поболтаем. Ой, было бы замечательно. Я ведь правда собиралась вам позвонить. Да ну! Не верите? Читайте, что написано. Барышевой Ольге позвонить. А число какое? Сегодняшнее. Слушайте, какая вы хитрая. Я страшно коварная. Со мной опасно иметь дело. Ну, значит, завтра 12. Договорились. Машина у вас симпатичная, шикарная. Да, я правда собираюсь ее поменять. Да? Надо время от времени что-то менять в своей жизни. Это точно. Ну что, до завтра? До завтра. Счастливо. Пока. Жан? Oui. Да? Retard, я боялась опоздать. Но ты не должен обижаться на меня, Жан. Я работаю. Я знаю. Я хотела сказать тебе спасибо и узнать, когда ты возвращаешься. А разве для тебя это по-прежнему имеет значение? Да? Я буду скучать без тебя, это правда? Я теряюсь. Я не знаю, когда ты говоришь мне правду, а когда нет. Я женщина, Жан. В этом я не сомневаюсь. Прости, мне нужно ехать. До свидания, Жан. Bye-bye. Пока.
Ленка, привет. Откуда я тебя вытащила? Все, с Жаном покончено. На этот раз бесповоротно. Он уехал. Выбираться мне надо из этой поганой страны. В том-то и дело, что не знаю как. Денег нет, долгов куча. Жан оказался неплатежеспособным клиентом. Скуп невероятно. Француз, что ты хочешь? Еле уговорила, чтобы платил мне аренду автомобиля. Роскошный, спортивный, как я люблю. Но денег жрет немерено. Нет, скромнее нельзя. Надо выглядеть и соответствовать. Ладно, как там Москва? Стоит еще? Ну что, Москва-то стоит. Ты представляешь, девчонка даже сыня завидела. Ну, они и про тебя спрашивали. Ну, так все-таки что делать собираешься? Возвращаться. Куда возвращаться-то? К родителям в Челябинск. Нет, в Москву. Интересно, ты себе как это представляешь? Нет, а у тебя варианты-то какие-то есть? В Москве квартира сейчас знаешь, сколько стоит? Варианты, варианты. Варианты всегда найдутся. Ну, ты же меня знаешь, я сдаваться не привыкла. Придумаю что-нибудь. Ладно, у тебя-то что происходит? А, ну понятно. Понятно, говорю. Ладно, давай. Давай, да позвоню, позвоню. Ну ты же знаешь, мне кроме тебя и звонить-то некому. Угу. Ну давай, чао. Пока. Мистер Абдул is old business friend of mine. Господин Абдул мой давний деловой друг. Not when he has done me a favor. Он не раз оказывал мне услуги. Very, very special. In fact, очень ценные. On certain conditions, Mr. Abdul agrees to enter the direction about of our company. Господин Абдул согласен войти в управление нашей фирмы на определенных условиях. SSS, a sort of a consultant. В качестве своего рода консультанта. А о каких условиях идет речь? What conditions we are talking about? Oh, no. It is not very important. It is insignificant. Taking into the account his experience and his business connections, financial compensation. А весьма незначительным, учитывая его связи и опыт, финансовом вознаграждении. Believe me, Mr. Balashev, I know what I'm talking about. Поверьте мне, мистер Барышев, я знаю, о чем говорю. Mr. Abdul is a member of the cabinet of ministers. Господин Абдул является членом палаты министров. We are badly in need of his help. You know our countries has such a peculiar feature that. Мы действительно нуждаемся в его помощи. Вы знаете, что специфика нашей страны весьма своеобразна. Ну, специфика любой страны своеобразна. Знаете что, давайте отложим этот разговор. Мне надо подумать. The specificity of any country is peculiar. Let us postpone the talks for some time. I must think it over. You have every right to do it, Mr. Barashev. Это ваше право, господин Барышев. In any case, I will respect any decision. Я буду уважать любое ваше решение. But I advise you not to take too much time. Только советую не слишком оттягивать. It is in our interest. Это в наших с вами общих интересах. Ну, не такой я тугодум. День-два, я думаю, мне хватит. I'm not a slow coach. I think one day or two days, that'll be enough. Oh, no problem. Рад был познакомиться. Yes, рад был познакомиться. Nice to see you. Bye. Да, вы и задаете мне задачки, Сергей Леонидович. Такими словами, как тугодум. Ну, они тоже задают задачки. Понятно, чего они хотят. У нас есть полчаса до следующей встречи. Я могу идти или мы можем заняться изучением языка? Давайте займемся. Кофе будете? Кофе. Кофе. Кофе? Кофе. Ту кофе, плиз. Хорошо. Да у вас уже превосходный английский. Ну. Thank you.
ради бога, извините. Ой. Меня задержали в офисе. Ничего-ничего, я понимаю. Что будем есть? Не знаю, я... Здесь потрясающие вафли с шоколадом. Вы любите вафли? Не знаю, может быть, и люблю. А вот мы сейчас попробуем. Меня на них подсадил мой бывший друг. Бывший? Уже бывший. А вот увидишь, он даст согласие. Он не произвел на меня впечатление дурака. Да, наверное, на сей раз перед тобой более сложная задача. Но разве ты когда-нибудь боялся трудностей? Этим меня не испугаешь. Он даст согласие. Я в этом не сомневаюсь. Так и получилось. Вкусно? Изумительно. Познакомилась с французом. Собиралась в Париж. Застряла здесь. Во Франции даже побывать не удалось. Из России сюда. Приехали и расстались. Ну, подождите, может быть, вы еще помиритесь? А вы что, меня жалеете? Да бросьте. Мне здесь нравится. Тепло, солнце, море. Красиво. Между прочим, вы кроме базара здесь что-нибудь видели? К сожалению, нет. Сережа очень много работает, а я не хочу без него на экскурсии ездить. Все понятно. Давайте соберемся и поедем. Я вам сейчас такие красоты покажу. Зайдемся? Симпатичный лавочек. Какие нежные. Берите, вам идет. По легенде, если у этого храма выпустить птиц и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Правда? Красивая легенда. Надо открыть и загадать желание. Купила столько бронзулеток. Зачем, я не понимаю. Ну, этого никогда много не бывает. Обожаю цацки. Оксана, примерьте, пожалуйста. Очень красиво, вам идет. Это ваша вещь, я вам ее дарю. Да нет, нет, я ну прошу, вы. Правда. И давайте, если можно, перейдем на ты. Давай, конечно. Подожди. Посиди так минуточку, а? Минуточку. А вот поверни голову чуть-чуть левее. Я попробую тебя сейчас написать. Прямо сейчас? А что? Да, будем именно сейчас так, все, не шевелись, но я прошу тебя. А дышать можно? Дышать можно, только остальное ничего нельзя. Замри, пожалуйста. Thank you.
Ой, Оксана, извини, пожалуйста. Алло, Надюша! Привет. А что ты такая грустная? Что-то случилось? Я хотела с тобой поговорить. Ну, я же тут одна, мне больше не с кем поделиться. Ты знаешь, мне кажется, что Димка мне изменяет. Ну, чего ты смеешься? Ну, а почему тогда запретил мне работать? Да, я знаю почему, потому что не хочет быть у меня на глазах. Ну, тебе легко говорить, да. У тебя Сережка вон какой. Да, мне хорошо, поэтому бери с собой Тошку, слышишь меня? Приезжай сюда, здесь красота необыкновенная, развеешься, погуляешь, ну что ты, приезжай, все. Ну как-то я к тебе приеду. Так. Мы тебя здесь будем веселить и развлекать. Ну, если только Димка в командировку улетит. Давай, 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 мы тебя ждем. Ну я обещаю подумать. Все, думать нечего, я тебе сказала, приезжай, мы тебя ждем. Все, будем все здесь с тобой гулять и развлекаться. Ты слышишь меня? Все, пока. Пока, целую крепко, жду. Жду, пока. Подруга моя, самая близкая, придумала себе проблему, ревнует. А у нее повод есть? Нет, но муж ее очень любит, он ни души не чает, ребенок у них такой чудный. Нет, у них все замечательно, просто, ну, какие-то мысли у нее постоянно в голове. В общем, ну, дурь себе какую-то в голову вбила. И... Надо эту дурь ей из башки выбить, ты мне поможешь? Правильно, конечно. Вот. Знаешь, выбивать из кого-то дурь – мое самое любимое занятие. Мне в этом просто нет равных. Ой, Сережа пришел. Я смотрю, вы уже подружились. Сереж, у нас сегодня был чудесный день. Оксана показывала мне всякие злачные места. Да нет, не слушайте ее. Все места были совершенно невинными. Ты нарисовал? Нет, не смотри, пожалуйста, еще не готов. Кстати, к нам, возможно, приедет Надежда. Очень хорошо. Очень хорошо. А, вот наш Петечка. О, кто пришел? Иди сюда. Молодец. Кто это проснулся? Кто это проснулся? Что такое? Прелесть, а не малыш. Очень на вас похож. Вам идет быть отцом. Да. Ну хороший, мы хороший. Ладно, пойдем. Ну, мне пора. А, да, счастливо, спасибо огромное. Хорошо. Сереж, проводи, пожалуйста, Оксану до машины. Хорошо. Ребенка возьми. Угу. Забираю. Все, жду опять в гости. Пока. 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 Пока, тетя, приходи еще в гости. Дим, а правда Лена секретарша уходит? Правда? Ну давай еще чуть-чуть. Ням-ням. А возьми меня поработать. Моя жена секретарша. Мать, ты в своем уме? Ну ведь любовницы могут быть секретаршами, почему жены нет? Да, Силвчик. Надь, какая любовница? Ты о чем? Нет, ну просто обычные секретарши бывают любовницами своих начальников. Мама. Ну а ты тут при чем? Ну конечно, я вообще была завхозом. Ну вот. Мы женились на материальной части, да? Да. Ну, сейчас-то я жена. Значит, до секретарши уже доросла. Эта тема закрыта. Ах, так, да? Тогда я забираю Тошку и уезжаю к Ольге в Таиланд. Понятно? Мама! Надь, поставь вазу на место. Thank you.
Ну что ж, чемодан-то возьмут? Да возьмут. А? Возьмут, возьмут, не беспокойся. Здорово. Ой, так. Хорошо устроилась, подруга. Мне нравится. Да, неплохо. Тошка, смотри, как красиво. Бассейн. Чуй, купаться прям можно? Да купайтесь сколько угодно. Так, Тош, смотри, а это что за тетя? Кто это у тебя тут нарисован? Ну это так, еще не готово. Что, нравится? Ну ничего, так тетя, да? Какая тетя? Ну ты скажешь прямо. Кстати, приедет скоро, я тебя с ней познакомлю. Да. Петь, иди ко мне. Подружку, что ли, новую завела? Не хочешь? Подружку? Ну, подружку не подружку, но я надеюсь, хотелось бы. На, она очень хорошая, и она тебе дети, понравится. Дети, давайте спать. Куда их спать укладывать? Так, кладем их наверх. Ну-ка, иди ко мне, Петя. Пойдем, пойдем спать. Пойдем спать. Пойдем, попьем водички, пойдем. 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 Все, я иду. Я все-таки не люблю Димку одного в Москве оставлять. Охотниц за чужими мужьями много. Ой, привет. Ой, как я рада. Привет. Ну что, знакомьтесь? Моя Надюха. Здрасте. Оксана. Здрасте. Оля о вас много рассказывала. Да, интересно, что же это Ольга рассказывала? Да только хорошее. Правду. Так, я не поняла. Только хорошее или правду? Ладно, давайте что-нибудь перекусим, потому что я очень голодная. Ой, девчонки, я ж совсем забыла. Сейчас. Бурный темперамент у твоей подруги. Что придумала, не знаю. Так, садись. Ой, зови своих басурманов. Гостинцы с родины. Так. Опа! Это еще не все. Капка. Сейчас. Хлеб бородинки. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Еще раз, икра. Так, вот, вот, вот. Огурчики соленые. Как я их давно хотела. Ух ты мой боже. Так. А это что? А вот, водка, смотрите, водка. Водка. Опа, сейчас я принесу. Так, еще не все. Доставай, доставай. Так. Ух, родной запах. Так. Мне половинку маленькой, да? Да ты как порезал-то, ты что? Ты что вообще? Господи, первый раз колбасу что видит? Оль, скажи. Но, марай и клею капхунтай. Что ты сказала? Как она умеет, да? Она вообще мне талантливая. Так, ну, девчонки. Ну? О, господи. Со свиданьем. Здравствуйте. Вкусно? Потрясающе. Огурчиком закусывай. Я правда 100 лет этого не видела. Да ты ешь, ешь. Ну ничего, что я на ты. Да это замечательно. Кстати, у тебя есть вечернее платье? 2. Нас пригласили сегодня вечером в посольство на вечеринку. А что, меня тоже пригласили? Тоже. Тебя в первую очередь, Надежда Ивановна. Это получается, я с корабля на бал, да? Ну да. А нам не привыкать. А тебе принесли приглашение? Должны были привезти с посольства. Угу. Отлично. Поразим своей красотой и очарованием. Возьмем посольство штурмом. Пусть они посмотрят, что такое 3 красивые девушки. Вы, наверное, редко бываете дома в России. Да, не часто. А последнее время все реже. Грустите. Ну а что тут грустить? Море, солнце, по-моему, замечательно. А ну правда. Согласен. Привет.
страна дивная. Просто нужно к ней немножечко привыкнуть. Ой, тут первый день, но по-моему уже привыкла. Скучаете? Почему вы пришли сюда и стоите в одиночестве? Может быть, для того, чтобы вы задали мне этот вопрос?